Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Apple Expert. С вами Владимир. В сегодняшнем видео я вам расскажу о новенькой iOS 14.2 Beta 2. Что же нам представили в этой новенькой iOS? Добавили несколько эмоджи и поправили, конечно же, производительность. То есть значительных изменений нету. По автономности я опять же ничего не скажу. Могу лишь сказать то, что я уже сказал, всего лишь что добавили пара эмодзи, там их десяток, повышена производительность. Это все. Посмотрите скорость работы, а потом уже решим, устанавливать или нет. Так, давайте подведем с вами итог, что мы знаем об этой iOS. Добавили свыше 10 эмодзи, повышенная производительность. Автономность пока неизвестна, будет известна только завтра. Это вторая бета-версия. Стоит ли устанавливать? Объективно говорю, нет. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, ставьте пальцы вверх, оставляйте мнение в комментариях. Всем пока!